Всем привет, друзья! Вы на канале Типа Атоп. Меня зовут Дима, и сейчас у нас подборка 70 снятых необычных, короче, моментов каких-то, которых подсняли на уличные камеры. Вместе с вами сейчас ее посмотрим перед началом. Не забудь подписаться на мой канал, если ты все еще не подписан и меня смотришь особенно. Проверь подписочку, жмякни обязательно, ведь у меня цель 200к до следующей зимы, и ты поможешь мне прийти к этой цели. Забегай также в мой телеграм, там все самые главные важные новости по поводу меня и моих каналов. И погнали смотреть видос. Привет! Герои сегодняшней подборки точно не пожалели о том, что установили камеру видеонаблюдения. Она способна поймать самые смешные и яркие кадры. Время увидеть их все. Погнали! Погнали! Вот сначала понял, он как-то шел, и потом так... Вот это вот жест рукой мне очень не понравился изначально, когда он входил в дверь. Но может он настолько радуется, когда входит в дверь, или ему радостно, когда он попадает домой. Вот меня, ну, немножко напрягло этот момент, этот оскал и движение рукой. Что это было только что? Что это было? Это ограбление такое было только что? Типа, знаешь, такое, знаешь, это я не знаю, черепашка-ниндзя по факту, раз-раз, потом назад вертушечку, потом это с ним с палкой набежал на него. Ты еще не ушел? Так, допустим. Это белка, господи! Я понимаю, что белки, кстати, бывают с бешенством, имейте это в виду. Но чего ты пугаешь? Просто подъедала девочка, девочка. Ну, то есть надо смотреть, что там натянут. Ёк-макарёк. Мало того, что работникам теперь придется переделывать, девочка теперь там еще натопчет. Она, небось, пошла не в ту сторону, поняли? Вперед, не назад вернулась. Назад пошел. Ну да. Да походи, походи, подружка, походи, конечно. Ну, тут вперед, выяснилось, да, что отцовское чутье работает намного лучше паучьего. Ну прикинь. Отец, отец. Ай, все равно бахнулся, блин, бедный ребеночек. Но бахнулся слабенько по сравнению с тем, что могло произойти. Опа. Это что-то серьезное. Ничего серьезного не произошло. Как? Скажи, как? Обалдеть! Ну вот как он пронюхал? Так он схватил и бросил, вы поняли? То есть он даже не смотрел, не понял. Ну, интуитивно все произошло. Так. А, тихо! Ну тоже вот эти, которые ездят, чистят снег. Ну вы что, совсем придурки? Вы не видите, человек идет. Вы же видите, какой волной вы это делаете. Вы явно видите его издалека. Посигнальте, если он слепой. Может в наушниках, может в очках. Может его уволили с работы, ушла жена и дети бросили. Ну типа, может он в своих мыслях. Машина дорогая, друзья. Нет! Нет, блин! Обычное дело. Даже для меня. Вот тот, кто не учится на своих ошибках. Да ну ладно. Решил похвастаться. Кто там? Походу, жена кричала или кто-то, девушка. Чтобы провести время с единственным женатым другом в компании, приходится идти на крайние меры.
Сегодня ты идешь с нами развлекаться, сегодня пятница. Ты и так уже... Давай, выходи, жена, я не увидел, что там было перед этим. Открывай, давай, ты давай, давай. Я никуда не пойду, моя жена меня убьет. Знаешь что? И вытащили. Давай, не сопротивляйся, вот так, хватай его. Клянусь, дорогая, я хотел поехать к твоей маме, но меня украли. Что произошло, я не понял. Благодаря камере видеонаблюдения хозяева машин быстро получили ответ на вопрос, что тут вообще произошло. Дерево взорвалось? Народ, там дерево взорвалось? Я не понял этот момент. Так и не показали, что случилось-то. Там какой-то щиток был, чего он рванул? Так, себе ка... Да-да-да-да-да! Зарядился, видал? Оп! Видео флешбэк из детства для всех, у кого есть братья или сестры. Да чё, он мы с моей второй половинкой тоже за еду деремся. Да я шучу, конечно, но... Этому курьеру не стоит бояться сторожевого пса. Вот скажи, в какой стране можно выйти с машины, открыть вот так вот дверь и не париться, что кто-то залетит, что-то хапанет? Не во всех странах. Hell, bro. Опа. Здесь есть охрана пострашнее. Да ты шо? Да перестань, да это курица. Ты в штанах, но она максимум ущипнет тебя. Больно, да. Но ты же в штанах. В подштаниках даже, наверное. Что это? Что, она жрет посылку? Это лиса или собака? Непонятно, я не могу понять. Куда? Куда? Ты че? Сибек, а ну положи. Это не твое. О, что-то ж вкусное там такое, поняли? Завернуть, может, сушеное какое-то мясцо к пиву. Бывает, наборы вот отправляют. Когда-то я себе закажу, о, все. А потом звонят доставку, говорят, вы не доставили. Осуждать его могут лишь те, кто никогда в реальности не имел дела с гусями. Я имел гусей, это страшные вещи. Ой, мы были в селе как-то, да не так давно, вот, ну, чтоб не соврать, где-то годик назад, и там таких два гуся, ребята, ну, я, сколько, я 1.83 м, и мне вот по грудь, вот, ну, хрень очень здоровая! И, типа, ты идешь и смотришь, а там два было, знаешь, и ты идешь, красивые, блин, гордые, чьи-то, гуляли там, типа, их выпустили на частной территории. И мы, значит, подошли чутка ближе, чтобы полюбоваться, они как начали агриться, ребята, крылья, потом, будут своим хлебальником на тебя, так и не отставал, самое интересное, приходилось как бы давать немножечко дёру. Просто хочется пожелать, чтобы всех дома встречали так же радостно и нетерпеливо. Тихо-тихо! Молодец. Ух ты, ты шо, глянь, как много. Максимально странный способ освоить современное направление танцев. Где? Вот я не вижу ее больше. А где мышка? Она на... Она на нее залезла, прикинь. И смелая же, мелкая такая, смелая. О, жопа. Поставить бассейн у дома казалось отличной мыслью. Все, сейчас прорвет. Вот только он слегка прогадал с расчетами. Так это не он. Этот дурак, который проезжал. Но снова-таки он поставил, ну, не у себя, получается, во дворе, а просто на проезжей части. Это же снегоход. Мужики, держите. Сейчас что-то будет. Сейчас, смотри, вот открытые ворота там, сзади. Ну вот скажи, ну просто, ну я не знаю, как еще это, ну я вижу, композиция, просто композиция, ну не могло. Я ждал, что, конечно, заедет именно вот в открытые двери, но ворота все равно сыграли свое. А самое интересное, кто спросит, если бы не камер, не поверили. Зато этот в шляпе, понял, в кепке, который слева стоит, смирился с участью. Ожил. Может, испугался? Знакомая мелодия, да? Может, он и не самый галантный мужчина на свете. Но спас ее чердачок. Но к инструментам относится очень трепетно.
Кто не знает, откуда мелодия, это мелодия с моего игрового канала. Ну, то есть, как бы я ее использую на своем игровом канале. Если вы еще не знаете, про что у меня есть игровой канал, ребята, в описании должна быть ссылка. Будем честны, практика показывает, что даже немногие люди бы ее заметили. Да. Собака не виновата. Единственное, что виноват хозяин, теперь ему придется платить. Одна надежда, что хотя бы собаку не надо везти в ветеринар. Что это? О, блин, смотри, какая вмятина. Ну, твою мать, ты приходишь, и у тебя с водительской стороны помятость. Ну, кто-то... Что это? Кто-то пытался очень нагло вскрывать твою машину. Похоже, этот момент заставил его задуматься о смысле жизни. Обрел сознание, поняли, после удара? Собака из стул, да? А, с другого ракурса. Так она убегает именно потому, что ее пугает этот стул. Вы понимаете, в чем прикол? Он громоздкий, шумный, и она чувствует в нем опасность, потому что он постоянно переворачивается. Бежала, видимо, ровно столько, сколько хватало сил. Просто интересно, какой гений решил, что какой-то кусок проволоки удержит здоровенного пса? Проволоки? Кто к обычному стулу его привязывает? Вот это вопрос. Одет именно. Хотя, по сравнению с этим, стул не так уж и страшно. Что? А, собака. Все так. Кто-то додумался привязать собаку к огнетушителю и теперь наслаждается последствиями. Молодец. Не закрылась дверь, да, правильно? Корректно. Опа, и все. Благодаря погоде, вместо подъездной дорожки, у них перед домом теперь беговая. Блин, такая частая история. Тихо-тихо. Ну, а там, чем выше, тем выше угол наклона. Поэтому вот, собственно, первую часть, если еще пройти, можно. А почему нельзя пойти влево? Вон влево дорожка. Она же явно обычная. Зачем надо именно в этот гараж суваться? С внутренности дома, по-любому, есть отдельный вход в гараж. Нифига колесико. Братан, Братан! Ну вот скажи. А главное, сделал работу и побежал. Это ж надо, сволочь, так это все безлаберно делать. Что достаточно просто сфотографироваться у двери, а дальше можно ехать по своим делам. Ничего его не смотрит. Смотри, и свалил как можно быстрее. Еще не понимаю, дурак совсем. Сейчас заедет туда к соседям и разобьет им окно. А кто будет платить? В этой вселенной Человек-паук не фотограф, а работник фастфуда. Ну, за пластиковый стаканчик никто бы не ругал. Тем более, что он, скорее всего, даже не пластиковый, а бумажный. Но так-то в целом вы видели? Последние штрихи доверили совершенно не тому парню. Шо? Шо? Да шо, перестань. Ну шо он может сделать? Ну. Мало кто знает, но все сцены с дождем в фильмах снимают на этой автомойке. Да. Самое интересное, ну видно же сзади, что это автомойка. Красивый кадр, как бы они ни старались, не получится, потому что ну, даже вот чувак слева внизу снимает их на телефон, там будет видно, что они находятся на автомойке. Женщина не знала, как пользоваться газонокосилкой, поэтому случайно устроила форсаж на траве. Ну и кто скажет, что жизнь на ферме невыносимо скучная? Прикинь? У детей дома своя, блин, надувная горка. Вот это подфартило. Сейчас собака сидит еще внизу. А? Да правильно, ну. Хотя бы разочек я бы опробовал, друзья. Мальчик, уйди нафиг. Мальчик, уйди нафиг оттуда, пожалуйста. Оп. Ну. Отвечаю, я бы тоже так застрял бы, возможно. Но я бы попробовал. Попробовал. А дети расстроились. Вижу, уроки езды задним ходом она пропустила.
молодец. Да, подруга, мы тоже в недоумении. Хорошо, что не свалила, понимаешь? А могла бы по газам и попетляла. Насколько все плохо? Все не так страшно, но все равно. Блин, Джордан, нормально посмотри. Что? Насколько все плохо? Не настолько уже плохо. Что конкретно значит не настолько? Да, скорее просто царапина. Не, ребятки, там не царапина. Мы с вами все прекрасно видели. Это эти, как их, хоррор... квест-комнаты. Мы один раз с друзьями ходили, она была среднячок, конечно, такой, но были моменты, когда мы очень жестко поспустили, потому что вот нас запустили в одну комнату, оказывается, что там типа было две комнаты, там головоломка, нужно было решить. И когда мы вот решили загадку первой комнаты, мы попали во вторую, а там, оказывается, есть актеры, которые исполняли роль вот этих девочек, поняли? И как из звонка, с волосами тут, в обдертостях, и мы заходим в ту комнату, начинает свет мигать, она начинает орать и бросаться на нас. Ребята, это, конечно, было да. Это больше не лифт, это комната страха. Вали, вали. Оп, молодец. А кому-то подарочек поднимется на этаж. Что там, подружка, зарисоваться решила? Молодец. Произвести и впечатление на парня, который нравится. Миссия не провалена, но впечатление не то. Да ладно, после этого можно уже и завязать разговорчик нормально. Под фон. То чувство, когда крутейший дрифт в истории сделан без спецэффектов и снят на обычную камеру видеонаблюдения. Все. А шо, какие вопросы? Он до вас не доехал, но, получается, не пересек вашу линию. Гнаться за ним, как мы видим, никто не спешит. Ну, все, все, всех устраивает. Тихо, братан, только ж не перевернись. Безотказный способ привлечь внимание водителя и остановить нужный автобус. Тебе, наверное, лахал потом весь автобус. По крайней мере, никто этого не видел. Ну, кроме камеры, конечно. Друзья, не могу сейчас, одну секунду, прям не могу. Самое забавное, что он пытается насладиться хотя бы малой частью ланча. А что ему еще остается? Наблюдать за тем, как полиция кого-то ловят с поличным, бесценно. Полиция уже в пути! Одной фразы было достаточно. Поставила велик на место, тварь! Она, оказывается, воровала велик, я даже не подумал. Чтобы она поняла, этот велик того не стоит. У кого-то камера, поняли, с микрофончиком. Это пиво? Ну что, пиво какие-то баллоны странные. Раз, два. Карма остановила этого воришку в разы быстрее охраны. Тапок потерял. Обрати внимание, как осторожна она была с покупками. Потому что, небось, бутылки кит. Ты не смейся, ты помоги подруге встать, может, она забилась там. Хотя я бы тоже, наверное, смеялся, но я бы, наверное, побежал все-таки помогать. И достала телефон снять. По-любому лучшие друзья. Тот самый одноклассник, который был у каждого из нас. Блин, так он приложил кого-то, кто сидел вместе с ним рядом. Сам при этом нормально упал, ну там, без особых каких-то этих, понимаешь? Хотя, может, головой назад ударился, но так-то приложил. И неплохо так. Все смеются, значит, все довольны. Все нормально, никаких этих, все отлично. И все сразу, слышишь, на камеру зырят, потому что знают, что снимает. Она даже не догадывается, что сама над собой пошутила. Она думала, что пацан дернул. Запомни этого парня. Он может стать следующей звездой мирового футбола. Какого из?
Офигеть! Ха, прикинь. Так он, главное, не развернулся, не сделал типа «А-а-а!» Вот это вот с темой и расстроился. Нет, он дождался мяча и влупил второй раз. Что такое? Он будет просыпаться среди ночи с воспоминанием об этом моменте до конца жизни. Да, перед девчонками нехорошо получилось. Так, ну пожалуйста, ну пожалуйста. На секунду я даже перестал дышать от волнения за него. Запоминай самый надежный способ отвязаться от актера на квесте. У кого хорошо с математикой, подскажите. Это сколько нулей минус с банковского счета? А это не просто палка, это антенна была, вы поняли? Это очень дорого. Водитель слегка не рассчитал скорость на повороте, но... Пивко? Опа! Ха-ха! Так, а я не понял, водитель поехал, его ничего не смутило, да? Вот поэтому я и говорил, что если, ну, если вы вдруг водите машину, будьте осторожны, когда едете за какими-то груженными фурами, неважно чем. Люди очень плохо закрепляют что-либо на своих машинах. Взгляни, как быстро люди объединились, чтобы очистить дорогу. Такие видео помогают сохранять веру в доброту. И никто не взял ничего. Ты же везешь велик. Ты же его везешь! Надеюсь, велосипед не только что... А самое интересное, велик не пострадал. Смотри, велик целый. Из магазина. О, еще этот фасад. Я думал, машина. Нет, фасад получается поддел. Это машинка маленькая. Объяснение фразы «что посеешь, то и пожнешь» за несколько секунд. Физика, друзья. Да, казалось бы, зачем нам физика? Вот насчет химии в школе я сомневаюсь, а физика очень нужна. Причем желательно, чтобы были жизненные примеры. Этот водитель нашел проезд быстрее, чем любой навигатор. Пошли они, слышишь, красавчик, все. Может, потому что, знаете, вот иногда ставят самопальные заборы там, где они не должны стоять. Просто вот решили поставить себе. Я вот поддерживаю, если это такой протест. Зонтик ушел, да? Ага. Ну, прикинь, да? Так он может прилететь и прилететь ко... Ой, вторую ушел. Стекло спокойно. Оформление витрины было отличным. Я повторюсь, было. Собака, собака. Это что, ты моя зайка маленькая. Да. Благодаря этим кадрам, наконец, восстановлена честь многих котов. Обрати внимание, вот, да, этот случай, конечно, хорошо. Нафига вам вот такой здоровый медведь? Ладно, медведь. Тут заяц таких же размеров стоит. Да, это он. Это рандомный комментарий. Мои дорогие, это абсолютно рандомно, абсолютный комментарий. Всем хорошее настроение. Класс, хорошо. Виненных в переворачивании елки. Ставь лайк, если все твои попытки начать ходить в зал заканчиваются примерно тем же. Так. Нифига она дала. Крышу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, мать твою, это бежит! Раз. На карман. Ну и кто скажет, что это не мастер-класс по знакомству с девушкой?
это видела не только камера, но и 30 человек на летней веранде кафе. А теперь еще и мы. Бывает? Ты прикинь, сидишь, иногда загруженность идет в заведении, и ты полчаса, 40 минут иногда, мы помню, ждали свой заказ, и вот несут его наконец-то. А тренировки, после которых просто необходимо присесть на пару секунд. Нормально, нормально. Все, вопросов нет к тебе. А главное, оценила никто не... Ну, сейчас, сейчас, еще разочек. Так, а я не понял, он стоял сзади девочки, чтобы что? Чтобы ее напугать? Так она не испугалась. И кто-то мне скажет, что еще скинвокеров не существует. Что ж, это была такая легкая, забавная подборка. 70 случаев, прикиньте, 70. Если вам понравилось, смотрите вместе со мной, обязательно тыкните лайк, а также подпишитесь на мой канал, если вы все еще не подписаны. Забегайте в мой телеграм и на игровой канал. А с вами был Дима Типатов. Пока!